Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть God of War. Хорошая война. Итак, я, получается, сын Зевса. И почему-то я оказался в мире, в другом. Это уже скандинавская мифология. Из греческой в скандинавскую перескочил. Да, я, получается, тоже какой-то бог. Хотя жена у меня не была богиней, зато сын почему-то является богом. Поэтому, ну, он, правда, борется с этим. Так, это я где? Минутку. Так, ладно. Да, это шлемы Валькирии надо было расположить, а сколько, два шлема только всего. У меня такое чувство, что у меня я больше собирал. Больше двух Валькирий убивал, но я думаю, без разницы, да, в каком порядке их рассаживать. Когда мы их всех рассадим, мы узнаем их историю. Итак, сколько получается? Раз, два, еще надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, господи, их так-то много. Но это не обязательно. Можем, конечно, попробовать. Где-то у нас. Вот здесь вот у нас, да? Ой, а я даже не помню, что у нас здесь с тобой. Так, вот здесь мистические врата скрыты, так. Вот, честно говорю, не помню, что здесь у нас. Мистический скрытый чертог Одина. Пещеры ведьмины нижние. Так, это скрытый чертоги Одина. Это я домой, наверное, явлюсь. А, нет, это не домой, а где дом мой? Где мой дом, неизвестно, да? Ой, а это что у меня за миссия? Время лечит, вернитесь в хранилище Фарфнира. Ну ладно, давай-ка вот сюда вот. Вот сюда. Заходим. Честно скажу, я не знаю, что там. Как туда пройти, но будем стараться. Все-таки, как Один раньше нас узнал, что мы направляемся... Один очень умен, а считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего бога. Но главное — власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что не важно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав. Вот так вот. Короче, еще зародыши уничтожает любую опасность, связанную с ним. Один собирает пророчество, пытаясь управлять судьбой, используя знания будущего. Возможно, он считает, что когда-нибудь мы станем представлять для него угрозу. А может быть, ему просто известно, что мы ищем путь в Йотунхейм. Так. Так, время лечит. А как мне метку поставить? Активировать метку. Да не так.
Так, карта, параметры. Так, мне надо через дверь уйти, да? Ага. Все. Понятненько, ясненько. С этим у нас пока просто. Так, так, так. А где у меня компас? Компаса нет. Ну ладно, пока вроде правильно бегу. Мать-то где-то у меня в настройках, что ли. Параметры, обучение, не то, интерфейс, камера, так, режим мыши. Так, это что? Нет. Звуки неинтересные. Экран. Пропорции. Да нет. Графика, да бог с ним. Фоторежим, нет. Доступность. Автобег отключить. Так, переключение прицеливания, так. Так. Магические врата. Точность. Да нет, вроде все нормально. Да. Да. Получай. Что же мне, соперник? Получай, драуд! Валим его! Вот и все. Вы им показали. Так, а куда мне здесь? Направо, по идее, надо. Так, что у меня здесь? Нет, не сюда. А куда? Блин, хоть бы показали. Вот правильно смотрю. Куда дальше? Пойдем. Двигаемся. Спускаемся. Так, надо найти, блин, куда мне? Нет, не здесь. А куда тогда? Куда пойдем? Давай сюда.
Ай-яй-яй-яй-яй. И чё здесь? Параметры. У меня куда компас одевался? Может, вот это надо было сделать или чё? Интерфейс. Ну, обычный. Все включено. Так. Камера, экран. Так. Да нет, вроде. Все нормально. Это я куда попадаю-то вообще? Точно не помню. За точность не могу ручаться. Опа. Где тут чего есть? Еще врата. Не помню факт, что туда как-то из дома можно было выходить каким-то путем, я помню. Нет, это просто волки. Это, нет, это первоначально надо было, когда еще был слаб и немощен, сюда идти. Тогда бы, да, они бы еще были бы соперниками. Ну, не сейчас. Давай, куда? Идем. Да. Пойдем. Разграблено. Я осмотрюсь. Осмотрись. Так, здесь мы воевали с этим троллем. С первым. Опа.
Вот так. Да. Получила. Вот и все. Две. Господи, сколько сейчас я буду? Так. Вот так. Третья где-то, да? Не нормально. Верится, что это было рядом с маминым садом. Неудивительно, что мы не могли туда... Неудивительно, что вы не могли туда попасть. Так, навыки, броня. Тебе надо броню поменять. Ну-ка, давай. Так. Так, поезд. Так, находит камень здоровья? Нет. Вот на эту тебе поменять надо. Вот теперь пойдем. Не знаю, почему ты сразу не поменялся. Так. Поехали в тюрьму. Мир, что еще тебе сказал змей? Похоже, это важно. Кстати, собираю да так, он просто средства сказал, на видеокарту. Как будто ему знаком. Кто? Я? Хочет вы помочь? Может... Реквизиты внизу. О, я согласен, если только... Под описанием. Например... Он не говорит о будущем. По легендам, во время Рагнарёка Йормунганд и Тор сойдутся в бою, и тогда древо жизни содрогнется и, расколовшись, извергнет змея в прошлое, туда, где он еще не родился. Что? Это просто бред. Ну, я не хотел никого пугать. Бред или нет? Тем не менее, он рассказал эту мифологию. Да как туда пройти-то вот? Да блин. Видимо, где-то в начальных только можно такое делать. Пойдем. Возьмем. Нормально так прихватили. Охранял еще. Так путные прямо таки. Ну ладно. Пойдем. Нас ждут. Сын, сюда. Хм,
Интересно. Пожалуй, стоит записать. Исповедь вора очередному несчастному, который нашел это место, не суйся внутрь, а лучше уноси ноги побыстрее. Если я приду, чтобы освободить предыдущего жильца, считай, что тебе повезло, разумеется, при этом ты умрешь. Я пришел за сокровищами, нашел лишь крылатую смерть. Я попытался шагнуть прочь из этого мира, но она не пустила меня. Этот разрыв ужасен, из-за моей глупости древо истекает кровью, ее магия еще долго будет сотрясать мир, разрывая его ткани. И ради чего? Я мертв, а она все равно скрылась. Ради чего я сражался? Дурак, дурак, дурак. Меня утешало лишь то, что ее тюремщик последовал за ней. Либо в Муспель, либо в Нифельдхейм. Как бы то ни было, ей не уйти, хотя теперь им понадобится новая тюрьма. Эту я разрушил. Линвурд, идем за мной. Давай. Да. Да. Так. Справа. Сзади. Ах, ах, подожди, подожди. Да, конечно, живой. На! Блин, ладно. Сейчас еще разок попробуем. Я думал, здесь летающая тварь. Так, интересно, внизу-то там засчиталось, нет, то, что я взял? Давай-ка посмотрим. Остановить. Ладно. Есть кое-что, что я намерен предпринять. Что достал? Он что-то достал. Концентрированная энергия.
Так. Все, тут больше никуда не пройти. Ладно. Переходим. Нас за закупками пойдем. Раз мы использовали камень воскрешения. Мне вот это интересно, как сюда попасть. Именно сюда. Мимир, ты знаешь, почему в Мидгарде не осталось великанов? Ну, не считая змеи из будущего. Даешь мою, оставь в покое. В отличие от Одина, великанам мне своих тайн не поверяли, но одно могу сказать наверняка. Если бы большую часть своих 60 зим я наблюдал, как лучших из моего народа забивает треклятый молот Тора, я бы тоже отправился домой зализывать раны. А жаль, великаны мне всегда так нравились. Ну не знаю, у нас в скандинавской мифологии наоборот преподается, что они хорошие боги были. Не думаю. Хотя богам всегда насрать на людей. Но все возможно. Кто люди, кто боги. Так, спаслись от гнева Тора, скорее всего, они сами разрушили за собой мосты, но как они застали исчезнуть башню Йотунхейма в озере? Вот опять появились. Ну давай. Прогружайся, господи. Сейчас все устроим. Устройщик. Так, подношение Тюру. Так, Лилиафан, пламя хаоса, прокачать что ли? Давай, прокачал. Нагрудная броня. Вот, а 4. 4 нет. Все. Купить. Ресурсы. Продать ресурсы. Понятно. О! Давай. Где-то что-то... Же что-то еще. Убить убил, видимо, не взял. Так. Навыки. Так, Z во время преследующего удара стере... Так. Хорошо. Удерживайте для проведения мощной атаки. Прекрасно. Так. Все. Стал намного сильнее. Так. Как мне туда попасть?
Ну, давай еще раз попробуем. Пройтись. Почему Один так хочет найти путь в Йотунхейм? Он верит, что великаны способны изменить предначертанное ему во время Рагнарёка. Ведь они старейшие враги асов, и это их армии суждено победить. Но еще сильнее его влечет их дар провидения. Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. О, скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. А-а-а, как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой висельников. Только что рассказывай. Интересы Одина в Йотунхейме, он боится участия великанов в Рагнарёке и хочет раздобыть их пророчество. Надо спросить Мимира, почему они называют Одина владыка повешенных. Вешал, потому что люди, наверное, так же, как вампир Дракула, граф Дракула, Влад Колосажатель. И опять исчезли. Так, все. Теперь бегу сюда. Вперед за лиловыми кроликами. Смотри, Драуз! Тяжелый бой. Да не тяжелый. Хорошо, ладно, ничего не вижу. Что за врата? Так почему владыка висельников? Это прозвище – скромное свидетельство того, насколько у Одина пытливый ум. Он как-то был мертв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьем и истек кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мертвых и выпытывал у мирового древа его тайны, пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. Древо достать. У меня такое чувство, что я просто не там брожу, наверное. Так. Вот сюда, может быть, мне перейти, а потом отсюда как-нибудь... Ой. Как пройти туда?
Вот чувствую, что где-то рядом хожу и не нахожу ответа. Как попасть? Мне надо как-то выйти за пределы этого, не знаю, круга, что ли, моей безопасной зоны, моего дома. Я походу отсюда же уходил, нет? Вот пока-то нормально иду, а потом херак, что-то случается, что я и уйти не могу. Куда он, например? Так. Блин. Как мне? Расскажите духу в хранилище Фафнира о смерти сына. Мы нашли свиток, который написал сын того духа, убитого так. Дух по-прежнему не может покинуть мир. Может быть, если мы расскажем об этом, он обретет покой. Вот где? Вот как? Вернитесь в хранилище Фафнира. Знал бы я, где это хранилище. Мог бы туда добраться, так рассказал бы. Ну ладно. Чувствую, мне туда не добраться, по крайней мере. Не здесь и не сейчас. И не отсюда. Или оттуда. Или может он где... Цепь. Ну-ка давай-ка. Зайдем. Так. Разворот. Так. Нет. Как-то это не так все. Мы вообще как отсюда выходили первоначально? Там что-то обвалилось или что? Обрушилось, как вы? Не понимаю. Не понимаю. Как мы отсюда выходили? Ладно, хрен на это все. Потом, может быть, я посмотрю более внимательнее. Зачем вот здесь, вот здесь, зачем? Что здесь было? Не помню. Так, у нас где? Можно попробовать еще одну тварь убить. Где у нас ближайшая летающую тварь? Сынок, у тебя что там? Броня. Так, увеличен находящийся в воздухе. Это хорошо. Пойдем пару раз попробуем. Получится, не получится.
Узнаю хоть. Опа. И еще разок. Опа. Урок. Почувствовал, что проход завалит. Откуда я сматывался. Надо будет начало игры посмотреть у меня. Как я отсюда выходил. Так. Давай. Не пойму. Один хочет предотвратить Рагнарёк. Но змей уже был там и видел битву. Разве не считается, что Один уже проиграл? Судьба штука хитрая, и Одину хватает самомнения пытаться ее использовать. Судьба – очередная выдумка богов. Нет ничего такого, что нельзя переписать. Вот тут, брат, вы с всеотцом сходитесь. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Напомни рассказать о волках. Ну да. По идее, волки были, которые это... Так, Один уверен, что сможет победить судьбу, изменить Рагнарёк, хотя мировой змей уже сражался в нем. Отец о судьбе вообще не думает, считая ее очередной ложью богов. Пойдем. Вставай. Я решил с ней не драться. Я ее не могу завалить ни в каком обличии, с камнем, без камня. Никак не сейчас. Эту валькирию валить. Собрал две шляпы. Ну ладно, ну хватит. Так. Пойдем, все. Ну его нахрен, эту валькирию. Уж слишком мощно ее сделали. Даже не знаю, как ее, блин, ловить сетями какими-то там. Она еще пикирует, а остальные-то вроде так не умели делать. А это умеют. Тварина какая. Ты че? Я как-то должен развиваться, по идее, там. Причем очень сильно в амуниции, потому что ну, нереально с этой амуницией, даже с топорами и с мечом с этим победить эту хрень. То есть реально, ну это ж каким пипец надо быть мега задротом, чтобы это сделать на 100%, тем более проходить игру, это собиралки, все вот эти, тоже знаете. Ну давай. Да и бог с ним. Давай. Да ёж твою мать-то, давай. Кстати, вот это
миссия такая была, что прибить команду павшую у капитана. Ну что ж, я ее прибил. Там легко и просто все это делается. Да. Сейчас идем в хранилище. Куда первоначально шли. По главной миссии. Ну еще раз. Давай. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Да нет. Откуда тебе-то? Чё смотришь-то? Давай, давай, давай. Что-то я должен сделать, что ли? Я не понимаю. Подожди, ну-ка, сейчас заново зайдем. Не понимаю, что я должен сделать-то? Ну еще раз. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Куда я должен это воспроизвести-то? Это вода. Скорее всего, так. Не понимаю. Стоим тут как барашки. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Давай, земля. Если бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. Все верно. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда, мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо рисунок. Другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, а бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Чё, ещё? Одно полотно, ну давай. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. Правильно. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. У меня два дара есть Тюра. Для Тюра. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Строит. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра
он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая... Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Так, приехали. Ну, пойдем. Голова. Почему я должен так все раздвигаться? Не знаю, никогда тут не бывал. Кай, мы на месте! Хранилище Тюра. Стой. Опа, кольцо. Второе кольцо. Третье кольцо. Что они делают? Ты же не думал, что все так просто? Нет. Может, надеялся. Что теперь? Отключите защиту хранилища. Ну давай. Так. Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Да. Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Бро. Бро там был? Потом обсудим. Потом, правильно. Нечего сейчас рассусоливать. Давай. Скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Так, ну-ка, давай броня. Раз мы пока... Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Так, механизмы есть. Хорошо. Так. Броня. Так, враги придушены. Так, вот так. Где мне взять розу ветров? Ай-яй-яй. Что даже должно указывать? Так, предположим, пошевеливайся, брат. Да, я знаю. Вот так. Ой. Так. Открываю, открываю. Гостям не рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы.
Иди, не думай обо мне. Давай. Вот здесь, наверное. Опа. Опыт. Опаньки, да опаньки. Да потушеньки, вот так вот. Взломали, ладно. Так. Предположим, что это было несложно. Но у нас остается еще... Ай-яй-яй-яй-яй. Чё ты вот... Как-нибудь можно это остановить? По центру бежать. Да вроде и места есть, да вроде и нету места. Да блин, вот как так-то? Брат, нет! Что-то я не знаю, что ли? Эй, куда у меня делся этот камень? Мое воскрешение-то. Или только в бою он действует. Так. Гостям не рады. Тут все взял. Как ты узнал? Опыт. У меня что, камня воскрешения нет, ресурсы. К. Ключевой камень. Так. Камень. Забвение нет. Так его по ресурсах и не будет. Ладно. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне. Давай. А вот почему камень здесь бесполезен. Вот так вот. Ага. Так, минутка. Вот так. А у тех поди так же можно было сделать. Блин, да я тут парился.
Спокойно. Посмотри! Что там? Что ты увидел? Деньги мне не надо. А тут за более магическим. Ой, не пей. Не пей. Это, по-моему, с твоего мира. Видно же, что греческое вон там все-то. Мифология разрисована-то. И ты, кстати, это изображен. Разбей. Уничтожь. А что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Тюрьбан. Ладно. Тяжеловато, да? Потому что не твой. Давай. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Так. Да. Да, давай. Разорвал. Подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, продолжай. Так. Охана. Давай, 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 давай. Получай. И ты давай сюда же. Еще кого-то грызается, падла. О, тяжело. Так, это что у нас было? Я могу так оглушить их стрелы, чтобы потом их добивал папа. Ну, это понятно. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Наверное, тебе просто нравится выгоршить. Ладно. Вот сюда. Да. Да. Падла. Теперь заново отлови ее. Запустили.
с этой стороны. Ну давай с этой. С этой, да, с этой. Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня. Не надо тут оправдываться. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Сынка, сынка. Может быть, тебе и понравится. А может и нет. Это ты замахал так. Где она может прятаться? Может там прятаться? О, да-да. Еще проходы. Понял, иду. Я боюсь. Все. Печать открыта. Забираю с собой. Все. Яблоко? Нет. Гравированная эмблема. Давай, давай, давай. Так, там у нас ножи. Понял. Опа. Что-то подобрал. А я-то думал, те пилы были страшные. Или их надо было нормализовать. Сейчас это все. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Давай. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. Атюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, а стук сесть на в их изображении. Так. Так, давай, давай, разноси здесь все. Давай. Еще одна, давай. Откроется бездна. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Приключения. Может, мама может хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали. Может, это ее подарок? Два раза. Как это так развлеклись? Ни хрена себе развлечения. Не вижу очередной ловушки для... Витрофхель? Может подняться на балкон для лучшего обзора?
Так. Как тут можно подняться на балкон? Кстати, а как тут подняться? Эй. Он не развернется, да? Так. И в чем у нас загвоздка-то получается? Вы на балкон поднимаете, нет? Еще разок. Нифига. Сейчас посмотрим с той стороны. Проще так будет. Че я тут коряжусь? Как тут на балкон подниматься-то нах? Разок. Так, ладно. В другой стороне у нас вот эти были. Мы там взяли уже. Ой. Это моя голова не робит, как подняться-то на эту штуку. Уверен, что что-то легкое должно быть. Нет. Полезли. Я думал, тут где-то как-то по-другому, что-нибудь типа лифта должно быть. Опа. Ха-ха.
ладно. Что ли? Еще кто-то остался. Так. Да. Ничего себе! Прочитай. Так, это ты не прочитал. Так, их дважды, когда кидает и когда возвращает топор. Ну, это мы знаем. А эти? Мысль быстрее ветра. Смотри, ловушка для ветров. Мысли быстрее ветра. Здесь Тюр испытывает наш разум. Испытывает наш разум. Что тут думать-то нахрен? А, кстати, как спуститься-то? Вот. Проблема-то. Тюра все, наверное, любили. Но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина и не зря. Куда нести? Сюда нести. Вот так. Ой. Рунный камень опускается. Давай, давай, давай. Что такое? Не знаю. Ловушка. Отец! Дерево. Мальчик, уходи отсюда. Не уйду. Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене. Но! Потяни. Их тут три. Что мне делать? Атрей, соберись. Ты справишься. Любую тяни. Я не знаю, могу ли я утонуть. Так, Хати Серебряный гонится за луной. Сколь Золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец. Луна налево, солнце направо. Мидгард посередке. Вот такой рычаг тянуть. Не попадите в ловушку. Так, Рагнарёк настанет, когда Серебряный Волк съест луну, так. Правый. Левый. Средний рычаг. Давай. Ну, комбинация, это не очень много. Левый. Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Тяни правый. Средний. Средний. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. А, вот как надо. Луна. Левый. Средний. Отец, нет! Все. Я ж не знал, как это делался нахрен. И вот луна, Мидгард, солнце. Просто отлично. Че, утопили бога? Бред немного, конечно.
Так. Да. Давай. Тут можно или нет стрелками? Можно. Средний. Средний. Давай, 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 давай. Надо по порядку. У нас лево. Левый. Левый. Да что твою мать, нет. Левый. Средний. Средний рычаг. Давай, луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Твою ж. Правый. Средний рычаг. Правый рычаг. Ни хрена. Отец, нет! Вот тебе головоломочка. Думай, нет, мне головошапку куплю. Как мне солнце перекинуть? А как мне солнце перекинуть? Тяни правый. Левый. Средний рычаг. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередке. Левый. Луна слева, солнце справа, мы знаем. Средний рычаг. Слева, солнце справа, Мидгард, центр. Средний. Твою ж мать. Левый. Средний. Да ни хрена не выходит так. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Средний рычаг. Средний. Все, все. Отец, нет! Так, как мне перебросить, если он касается до конца? Если бы можно было бы остановить бы его. А то он так и катается с конца, с одного конца на другой. А. Вот так я не пробовал. Левый. Все. Вот так же я не пробовал. Средний рычаг. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Правый рычаг. Левый. Луна слева, солнце справа. Средний. В какую сторону пошли? Вот они. Тяни правый. Все. Вот так вот. Разъехали. Получилось. Фух, блин. Но утонуть я не могу. Хоть что-то. Вот тебе в пятнашки давно не играл. Если так любят пятнашки. Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой! Да, пипец. Че, все так сложно-то? Мальчик, останови эту цепь! Как? Я не знаю как. Я не знаю. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Опа! Не вышло! Почему не вышло? Так там механизм-то там, смотри какой. Я
Ой. Мы сейчас упадем. Ее нож. Знаю. Зато ты спасся. Это было. Так. Где-то что-то еще есть? Нет. Ну-ка, уберем. Уберем. Все понятно теперь. Выбили. Крутой перец вышел. Черная руна, заберите черную руну. У нас все получилось. Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О нет, защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать. Вот она, мы ее нашли. Так, видео. Не подвластная нам. Сын. Вот. Это что? Что за нож? В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя. На будущее. Вот теперь так. Теперь ты готов. Пожертвовал ножом, чтобы спасти меня. Я тебе еще один. Мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. А если ты мы не смертный, что ж ты боялся тогда так помереть-то? И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Конечно. Отвечай. Я стану лучше тебя. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль. Дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Не забуду. Ладно. Идем. Давай. Взламывай опять. Дрейва. Сколько касок ты уже взломал? Черная руна. Что она дает? Пусто. Стой! Я так и знал, что они оживать умеют. Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен, точно. Хорошо. Целься в лицо. Подожди.
Надо не перепутать. Вот так. Берегись, отец! Вот ты какой. Беги! На! Ой! Готов! Ну куда ты? Хоть усрись вот. Я вот знаешь что, я вот на тебя потратил только, блин. Ну и громадина. Ярость. Но мы же боги. Видал я и побольше. Блин, так бы переиграть бы. Жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная так. Чаша? Так. Вот такая. Ты что у нас получается? Сокрушительная атака. Ага. Урона мало, за оглушение только. Давай, берем. Это что? Пламя хаоса. Ой, у меня где-то было вроде пламя хаоса. Это мне надо огненных этих чертей искать. Ой, не то нажал. Понятно. Уничтожить одно из четырех. Где-то здесь я был. Нет? Нет. А где же? Ё-моё, вот он. Помню, что оставлял себе на черный день. Еще внизу оставлял. Но вдруг, мало ли, что-нибудь. И вот это что-нибудь сыграл сейчас свою роль. Надо было, блин, переиграть. Хотя как мог переиграть-то? Уже все сделано. Вниз. Где-то здесь я тоже оставлял. Тут нету нигде. Ладно. Минутку. Сундук. Я почему его не видел-то до этого? Где прятался-то? Это чего? Невесомая так рукоять защиты. Так. Так, это у меня что? Сила, руны, удача. Тут сила, защита. О, за шестой, всяко больше. Топором махаю. Слева направо, потом справа налево. Так, а где выход? Хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Господи, я все время... Еще здесь я был. Ну давай, черти. Йорф. А черти. Господи, такая головоломка, чтобы добраться до какого-то там иероглифа жалкого. А иди туда, возьми эту штучку. Наша цель так близка. На черти, там-то, там-то, то-то, то-то. Не расслабляй булки, малой. Это вино.
С острова Лемнос, который недалеко от моей родины. О, хороший батя. Он мне уже нравится, правда, кувшин почему-то без этого не стоячий. Нельзя поставить, только Лемнос. Воткнуть. Песок там. За окончание пути. Можно? Ой, тоже надо будет бахнуть потом. Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Там уксус поди уже образовался. Ну? Ты мне скажи, скисло или нет? Ну? Ну все, знаешь, нормально. Даже если просрёмся, ничего страшного не выйдет. Ох, сынок. Нам с тобой попутешествовать бы по этим мирам. Я так предполагаю, что если... Отец, почему ты оставил родину? А вот это секрет. Это из-за тех других богов? Просто... А кто ты так ненавидишь богов? Что они сделали тебе? Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Нет. Вообще, убивал всех подряд. Да. А вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов. 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 Идем. Пошли. А мне понравится быть богом. О, блин. Если что-то такое, то сразу говорите. Нет, ничего такого. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Мы идем куда хотим, делаем что хотим, да. А теперь пойдем искать великанов. Да. Все, увидимся в следующем Узнав видео. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы Пока. Можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. Конечно. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Пока я сначала в другие места смотаюсь.